Эта школа в Манасском районе рассчитана более чем на 1386 учеников. Офлайн обучение здесь возобновлено с 12 января для всех классов без исключения. В свою очередь, учреждение позаботилось о безопасности детей. Да и школьники сами к санитарным требованиям уже относятся со всей серьезностью. Соблюдаем все необходимые правила, пользуемся антисептиками, одеваем маски. Мы все хотим, чтобы болезнь поскорее отступила. Мы устали, если честно, от онлайн-обучения. Соскучились по одноклассникам и педагогам. Численность учащихся немного превышает рассчитанную норму. И дети учатся в две смены. Ну а школьный медик проверяет их состояние два раза в день. Утром и после обеда. Я обхожу все классы. Мне также помогают и преподаватели. Если фиксируем повышенную температуру у детей, сразу же их изолируем от остальных. Мы объясняем родителям, что при первых признаках болезни нельзя отпускать детей в школу. Школа теплая, отопление работает бесперебойно. Соблюдаем все нормы. Во всех образовательных учреждениях имеются изоляционные комнаты. Вот и детские сады начали свою работу. В каждой группе воспитывается по 20 детей. На сегодняшний день в Манасском районе Таласской области имеется около 20 школ. Все объекты образования работают строго по санитарным нормам. Улан Касенов, Нургазабдрахманова, Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Алатау 24, Талаская область.